Фастфуд – быстрая еда. В динамичной городской жизни для многих это удобный способ перекуса. Тем более в фудкортах огромное разнообразие – пицца, бургеры, роллы. Но наш сегодняшний герой подумал, почему нет национальной кухни. Подумал и сделал. Открыл первую в Кыргызстане закусочную, где подают практически домашние манты, а может быть даже лучше. В итоге получилось так хорошо, что филиалы просят открыть в Америке и Европе. Здесь вот такие прожилки. Это все мы убираем. Без ГМО, без красителей. У нас полезный фастфуд. Люди над нами смеялись, когда мы вместе с мантами кофе начали продавать. Как отреагировал, так скажем, москвич на ваши манты? Менталитет восточный. По рукам ударили, все, значит, дела такие пойдут. А в Москве нет. Не наш успех, это успех нашей команды. Как вы думаете, какое качество продукта я хочу, чтобы мои дети кушали? Айбек Мырза, здравствуйте. Здравствуйте. Вот такая петрушка. Рада быть у вас в гостях. Добро пожаловать. Мы специально приехали к вам до обеда, чтобы отработать в такой спокойной обстановке, но людей все равно такая толпа у вас каждый день, так? Это еще сегодня выходной у нас. А, да вы что? А, в стране сегодня выходной. В стране сегодня выходной, а так людей намного больше. В обед вот здесь... Вот тут прям до сюда у нас очереди стоят обычно. Это говорит о многом. Но если вот по цифрам пройтись, считали ли вы, сколько штук или порций мант в день проходит у вас? Свыше 10 тысяч мант мы продаем. Айбек Мырзабекулу, отец пятерых детей, обучался в Москве по специальности финансовый менеджмент. За 3,5 года открыл 12 ресторанов быстрого питания по продаже мант в Бишкеке и Москве. Самый главный ингредиент в мантах – это свежайшее мясо. В день его уходит больше 200 килограммов, при этом покупают его не на рынке, а только у проверенных поставщиков, потому что продукция должна быть высшего качества. И даже с учетом этого, после приемки мяса его дополнительно обрабатывают. Это самое высшее качество мяса категории А. Наименьшее количество жира и жилок. То есть мы используем говяжий транш. Транш – это какая-то часть мяса, да? Задние ляжки. Самая мягкая. Да, самая мягкая, самая меньше прожилков. Один бычок 200 килограмм примерно весит. Но мы покупаем вот этот транш. Он с одного бычка выходит где-то 15 килограмм только. Но все равно есть, вот, как вы можете заметить, есть вот такие прожилки. Это все мы убираем. Примерно 10% от всего количества мяса, получается, у нас идет на отход. В основном в ресторанах обжилки, прожилки все собираются и из нее манты делают. Был такой казус, сидели с рестораторами, и они мне предлагают свой отход. Возьмите у нас. Я говорю, мы вам можем в 10 раз больше дать, потому что мы их выкидываем. Ну, а мы можем цену какую-то назвать? Во сколько вам обходится сейчас мясо? По 700 сом сейчас приходит. После обжиловки он нам вот в этом состоянии килограмм уже 800 сом обходится. Не, можно и замороженных, там хоть с Аргентины привозят, там по 400 сом. Но мы такое мясо не берем. К нам привозят мясо из Аргентины? Привозят из Аргентины, мясо буйвола, хотите кенгурятину, все можно найти сейчас на рынке. Вот эти кубики, вы же будете еще их измельчать? Нет, 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 это все уже конечный полуфабрикат мяса. Мы меньше начинаем рубить, точно потом после варки получается, что фарш. Из-за этого мы такими большими рубим. Мясо самое нежнейшее. Немножко прорекламирую любимые манты своей подруги. Это манты с жиром. Весь секрет в том, что жир используется именно почечный. И когда вы едите манты, он не лежит там такими отвратительными кусками, а тает и остается лишь вкуснейший сок. Можно делать классические манты, можно манты мясо-картошка, манты с рыбой есть. По четвергам он идет, рыбный день, как в советское время. То есть у нас и тыквенные, но по сезону сейчас ее нет. Сейчас по сезону у нас дюсай. Вот весна, как раз таки зелень, людям хочется свежести, да, там. Мясо везде добавляется. Мы пробовали и вегановские варианты делать, но манты без мяса – это не манты, да. Каждый день здесь в промышленных масштабах готовят где-то 1,5 тонны различных ингредиентов для различных видов мант. И все это распределяется по 8 точкам продажи, чтобы обеспечить одинаковое качество и одинаковый вкус мант.
При этом лепить манты будут уже на каждой точке по отдельности, потому что клиенты должны получать каждый раз свежий продукт, а не замороженный. Полностью у нас все на ручном труде. Сам по себе как бы автоматизировать можно. Опять же, рабочие места сократятся, и качество продукта уже другое будет. Тут в каждом филиале от каждого повара зависит вкус мант даже. Насколько вот с душой делает повар. Бывает, что у нас с моментами некоторые филиалы, там, ну, наш постоянный клиент, а у вас там вкуснее, у вас там вкуснее. Изначально манты – это все-таки китайская кухня, но за столько веков они стали неотъемлемой частью и кыргызской культуры в том числе. Но здесь отдают дань уважения, используют бамбуковые мантышницы. И самое интересное в том, что манты в них готовы постоянно. И время заказа всего 1 минута. Вам достаточно подойти, сказать: дайте мне мант, пожалуйста, и вам уже выдают заказ. То есть ждать не нужно вообще. Есть будем попозже, не на камеру, потому что эти манты надо есть не спеша. Хотелось бы поговорить о цене, во-первых. 250 сомов. Вот тут появится, сколько это в рублях. Как вы это продаете в условиях фудкорта? Потому что здесь же очень жесткая ценовая конкуренция. Фудкорты, фастфуд на низкой марже сидят. Это низкомаржинальный бизнес, но за счет оборачиваемости 10 тысяч мант – это тоже нелегко. И за счет этого мы как бы начинаем зарабатывать. У меня есть партнер, Бек Султан, его зовут. У нас есть другие направления бизнеса. И, в принципе, неплохие, прибыльные, очень хорошие. У нас до этого и совместные бизнесы были. Начинали как бы больше как соцпроект, чтобы создать рабочие места. В данный момент у нас работает более 70 человек. И я думаю, это неплохое наше достижение. Начинаем полуфабрикат выпускать. Ситуация такая. Хозяйки дома гостей встречают и начинают заказывать по 100 штук, по 200 штук. Большими посудами приходили, у нас забирали. И было требование, там, сделайте замороженное, я дома вот, сварю, и как будто сама налепила хозяйка, да, постоянно клиентка, она стоматолог. Она говорит, чем я 3 часа потрачу на приготовление мант, говорит, дома. Я 3 часа, говорит, поработаю, почти на неделю могу, говорит, ваши манты купить. Стоматологи, они такие, да. Ну вот по Бишкеку понятно. Но как вы вышли на Москву? И не один филиал, а 4 филиала за 3,5 года. Там все 4 точки по франшизе открыли. Изначально отсюда отправили ребят. Квартиру сняли, всех оформили, там все медстраховки, медобследования прошли. Это большие вложения были, да, вначале вот со стороны наших партнеров. Все равно конъюнктура рынка как-то по-другому. Здесь у нас манта 250, в Москве по 400-450 рублей. По продуктам цены одинаковые. Что у нас мясо здесь? По 700 сом покупаем, в Москве то же самое. Как отреагировал, так скажем, москвич на ваши манты? Ну, у нас была сложность в Москве, что люди привыкли, что везде один лук, один жир. То есть даже на дегустацию даешь, и они думают, опа, там мы знаем, что такое. А когда пробуют, то уже совсем другое. У них аж прям зрачки вот так расширяются, да? В возрасте люди подходили. Ребят, спасибо, мы вспомнили вкус детства. Это вот для нас большая мотивация, да, вот привыкли, что фастфуд вредный, да, фастфуд нельзя много кушать. Почему бы наше национальное блюдо, да, вот не преподнести под другим соусом, да? Во-первых, на пару готовится. Вы сами видели, с каких продуктов мы готовим. Без ГМО, без красителей. Только соль и черный перец добавляем, и все. Я думаю, у нас полезный фастфуд. Вы не собираетесь останавливаться на продаже мант, а в перспективе видите все это в таком формате большого агрохолдинга. То есть как это связано между собой? В городе Балыкчи мы сейчас строим большой производственный цех. Он будет ориентирован на экспорт. Следующим этапом будет свои животноводческие хозяйства. А чтобы от корма не зависеть, опять же, мы должны будем поля свои засеивать. Ну, ближайшие, я думаю, 5-10 лет мы к этому придем, что от поля до тарелки всю цепочку мы будем сами контролировать.
Сейчас в списке желающих купить франшизу больше 500 человек. Но предприниматель уверен, спешка навредит качеству. Сначала нужно достроить производственный цех, внести в меню мясо горного яка, а уже потом выйти на рынки далеких стран. И тогда во всем мире будет маленькая, но очень приятная частичка Кыргызстана.